Всем огромный привет! Сегодня я снимаю апрельский выпуск бьюти-завтрака и хочу поделиться с вами прежде всего рецептом вкуснейшего бананового кекса. Я оставлю его под видео в описании и советую вам обязательно попробовать, потому что готовится он очень быстро, а получается очень вкусно. Приготовьте бананобред и удивите своих друзей или близких необычным завтраком. Также хочу вам рассказать о книгах, которые я читала в этом месяце, но прежде хочу вам показать свою новую крутую заставку на телефон, и если вы хотите скачать такую же, я вам оставлю ссылочку под этим видео в описании, так что переходите и скачивайте. Итак, о книгах, которые я читала в этом месяце. Я люблю книги, которые вдохновляют на новые свершения. Издательство «Миф» прислали мне две крутые книги, это «Новый год прокрастинатора» и «Почему никто не рассказал мне это в 20». Начнем с этой книжки. Книга «Новый год прокрастинатора» очень легко написана. Ее действительно интересно читать. Я думаю, многие сталкиваются с такой проблемой, как откладывание дел на потом. У меня такое часто происходит по той причине, что дел так много, что мне кажется, что я все равно ничего не успею. И вот в этой книге описываются основные причины прокрастинации. И автор предлагает 23 привычки, которые помогут побороть вашу лень. Мне понравилось, как автор описывает синдром Супермена в этой книге. У многих есть такая проблема, они все хотят делать сами. Но секрет в том, что нужно разделять свои задачи, а не пытаться справиться самостоятельно. Иногда можно и даже нужно просить о помощи. И это то, что я всегда вам говорю. В этом нет ничего страшного, мы не суперлюди, мы обычные с вами люди. Вообще здесь много интересных привычек. Как побороть лень, как правильно выбирать задачи, о приоритетах, о чек-листах. Возможно, если у вас есть проблемы с ленью, будем честны, у кого их нет, да? Я думаю, что вы сможете найти здесь ответы на некоторые свои вопросы. Вторая книга уже, по-моему, стала известной благодаря одному из моих видео. Если вы видели это видео и заметили эту книгу, то напишите в комментариях, в каком видео вы видели эту книгу. «Почему никто не рассказал мне это в 20. Интенсив по поиску себя в этом мире». Эта книга интересна тем, что в ней нет каких-то четких понятие того, что должны были вам рассказать в 20, но книга наполнена историями успехов и провалов. Автор этой книги – преподаватель курса «Предпринимательство и инновации» в Стэнфордском университете, и она рассказывает просто невероятные истории о том, как нестандартное мышление позволяло посмотреть на любую задачу и ситуацию под новым углом, о том, что люди ограничивают себя сами, и насколько больше мы на самом деле можем, если перестанем загонять себя в рамки. Вообще, вот эти две книги, они абсолютно по-разному написаны. Если «Новый год прокрастинатора» — это практически руководство к действию, то здесь по пунктам написано, что вы должны делать, чтобы избавиться от лени, как определить, какая причина вашей лени, то здесь это вот просто истории, из которых вы уже сами будете вычленять. Самое главное — то, что вам интересно, то, что вам нужно, какой-то секрет успеха, секреты истории успешных людей. Но две эти книги мне очень понравились, и действительно я могу их посоветовать, и спасибо издательству Манвинов и Фербер за то, что издают действительно полезные книги. Хочу вам показать коробочку Birchbox, она очень красиво выглядит, но на этом все ее достоинства и заканчиваются, по крайней мере для меня, потому что в коробочке ничего такого я для себя не нашла. Здесь есть крем для ног, для волос несмываемая какая-то штука, черный карандаш, который у меня, по-моему, уже есть. Крем под глаза. В принципе, такой размер пробника можно найти в Англии в любом журнале. И новинка от Benefit Dew The Hula. Вот это вот единственное, что, ну, в принципе, мне понравилось. А так, в коробочке вообще ничего нет. Теперь хочу немножко поговорить о новой коллекции от Clinique, которую мне удалось попробовать. В Инстаграме я выкладывала фотографию этой новой коллекции, и многие из вас попросили показать ее в бьюти-завтраке, посвочить ее. Я подумала, что да, это действительно классная идея. В общем, давайте сейчас посмотрим поближе тени, румяна и помадки, которые у меня здесь есть. Тени для век Lid Pop у меня в 4 оттенках. Это 01 Vanilla Pop, 0,2 Cream Pop, 0,3 Cocoa Pop и 10 Great Pop. В общем, все поп, только разного цвета. Не смешно, да? Смешно. Во-первых, конечно, хочется обратить внимание на то, какой дизайн у этих теней, насколько красивая подача, вот эти вот цветочки, весенняя коллекция, конечно, выглядит все это просто потрясающе. Хочу сказать, что тени очень приятные и они довольно-таки пигментированные. В общем, вот это вот у нас Ванила Поп. Красивый оттенок, можно его наносить как на все веко, так и под бровь, потому что он такой слегка переливающийся. Затем следующий оттенок Cream Pop. Очень красивый оттенок, он такой немножко медно-бронзовый. Очень красиво будет подчеркивать голубые глаза.
Следующая тема коко-поп. Такой вот красивый, можно сказать, металлический немножко коричневый. Вот такая вот цветопередача у него. Он такой, конечно, очень насыщенный. Но, как вы видите, он очень-очень легко тушуется. Его очень легко растушевать в дымку. Красивый оттенок. И последний оттеночек грейп-поп. Это вообще мой любимый оттенок. Это очень красивый фиолетовый оттенок. Такая вот красота. Металлический такой фиолетовый. Очень красивый. В общем, вот так вот выглядят все эти четыре оттенка. Ванила-поп, крем-поп, коко-поп и грейп-поп. По-моему, шикарная комбинация. Вообще, можно делать любой макияж. И также у меня есть вот такие вот красивые румяна в оттенке 01 Ginger Pop. Давайте, у меня есть один свободный палец для того, чтобы их попробовать. Нанесу их уже здесь же. Вот такой вот красивый оттенок. Он такой кораллово-розовый, я бы сказала. Не уверена, с каким он под тоном. Он какой-то более нейтральный. Мне кажется, он и не холодный, и не теплый. И, кстати, он хорошо сочетается с вот этим фиолетовым. Мне кажется, его, эти румяна, я бы использовала и на века тоже. Вы знаете, что я люблю использовать продукты не по назначению. И мне кажется, это бы на веки отлично смотрелось. В сочетании с фиолетовым и коричневым, например. В общем, также эти оттенки можете посмотреть у меня на пальцах. По-моему, они очень пигментированы. Тени очень-очень мягкие. Этим они мне очень нравятся, и они классно тушуются. Также у меня есть 4 помады и блеск. Давайте начнем, наверное, с красной. Это помада в оттенке Cherry Pop. То есть она действительно больше вишневая, чем красная, хотя так вот она выглядит вроде бы красной. Дальше следующий оттенок Love Pop. Такая выглядит какой-то более нюдовый такой. Такая как увядшая роза, но только более темная. На деле она очень легкая такая, то есть она не очень пигментированная, то есть она не дает такой вот темный оттенок. Она очень такая мягкая, нежная, больше как блеск выглядит. Дальше следующий оттенок, такой уже потемнее, называется Rebel Pop. Ну вот выглядит помада очень темная, мне интересно, какая она будет. Ну скажем так, она довольно темная, но не слишком темная. Красивый такой оттенок. Мне кажется, вот этот оттенок идеальный на осень. По крайней мере, я вот такие вот вишневые губы, именно темно-вишневые губы, люблю осенью. Очень красивый оттенок. Дальше следующая помада называется Bubblegum Pop. Это, наверное, что-то яркое. Да, это какой-то ярко-ярко такой розовый оттенок. Давайте посмотрим, какой он получится. На деле это такой вот блеск, очень нежный. Нежно-нежно-розовый, совсем немножко пигмента розового. У вас не будут супер яркие, кричащие вот такие вот розовые губы, а будет такой нежный розовый оттенок на губах. Да, то есть это как блеск. Так, и следующий у меня здесь блеск в оттенке 06 Wing Pop. Красивый такой оттенок, очень нюдовый. Очень интересная кисточка какая-то такая необычная, похожа на булаву. Оттенок очень красивый, такой нежно-розовый. Вот этот более холодный подтон, этот, мне кажется, более теплый, но он очень красивый нюд. Отлично будет сочетаться с вот этим вот новым карандашиком, который они тоже выпустили. Такой вот новый карандаш для губ. Вот, мне кажется, они будут хорошо сочетаться. Такие нюдовые оттенки. В общем, вот такие вот красивенные оттенки. Если честно, мне нравятся абсолютно все. Мне кажется, каждый цвет подойдет под разный случай. Напишите, пожалуйста, какой оттенок помады нравится больше всего вам. Какой вы бы носили весной. Я бы, наверное, весной предпочла вот эти крайние. Летом вот эти однозначно яркие, а осенью вот этот. Короче говоря, они у меня все пойдут в ход. Еще, так понимаю, в новинках вот этот вот карандаш для глаз. У меня коричневый в оттенке 03 Intense Chocolate и новая подводка Pretty Easy Liquid Eyelining Pen. Для представления всех этих косметических продуктов Clinique сняли клип с Зарой Ларсон. Я уверена, что вы уже видели этот клип. Так вот, я хочу сделать один из 4 образов из этого клипа. Напишите мне, пожалуйста, какой образ вы бы хотели видеть, чтобы я повторила его. Естественный, романтический, дерзкий или роковой. Хотя, может быть, стоит повторить и все, я не знаю. Напишите, в общем, внизу.
Еще у меня есть вот такой вот чаби стик от Clinique в оттенке 06, Whopping Watermelon. И, кстати говоря, в апреле Clinique выпустили новинку, тональное средство в стике, вот такой вот чаби, Chubby in a Nude Foundation Stick. И мне кажется, это обалденная вещь для путешествий, потому что вы можете брать его с собой, наносить его на все лицо, либо частично перекрывать какие-то недостатки, то есть пользоваться им как консилером. И если у меня будет возможность его попробовать, я вам обязательно расскажу, как он мне. И в завершении нашего сегодняшнего бьюти-завтрака хочу вам показать крем от Вилета, который я вот вообще никогда не видела и не замечала на полках в магазине. Я не знаю, напишите, вы видели вообще этот крем когда-нибудь в продаже? В общем, он нереально крутой, потому что он так питает кожу, как ни один крем, который я пробовала. Если у вас кожа сухая или потрескавшаяся, он буквально за несколько нанесений все лечит, вот все проходит. И, если честно, мне очень жаль, что я не знала о нем зимой, потому что он бы мне, конечно, очень пригодился, потому что зимой кожа сохнет, особенно вот здесь вот, вокруг ногтей, может трескаться даже. В общем, он, конечно, для зимы просто идеальный. Я даже сейчас им пользуюсь, потому что кожа до сих пор сухая весной. В общем, здесь, опять-таки, как и во всех виледовских кремчиках, только натуральное все. Здесь у нас вот ромашка, розмарин, календула как главные составляющие. Здесь еще, по-моему, да, вот анютины глазки. Безумно крутой крем, если вы в поисках чего-то для сухой кожи, то я вам советую обратить на него внимание. Вообще, мне кажется, это must have, и каждый должен иметь такую штуку дома, особенно зимой. Если вот у вас зимой холодно, если у вас зимой трескаются кожа, руки, ноги, там, где угодно, колени, локти. Вот эта штука вообще спасает все. В общем, вот такой у нас с вами получился бьюти-завтрак. Очень много косметики, новинок, книги, коробка ни о чем от Birchbox. В общем, я надеюсь, что вам понравилось это видео, что вы узнали что-то полезное для себя. Вот посмотрели, например, на свотчи крутых помад и на свотчи теней, которые я уже смыла. В общем, надеюсь, это видео было достаточно длинным для вас, потому что я знаю, что многие жалуются, что они не успевают позавтракать. Я надеюсь, что вы успели позавтракать и что вам не мешал звук дождя все это видео, потому что у нас за окном идет дождь. Я вам желаю отличного настроения, и мы увидимся с вами в новом видео. Пока. Подписывайся на канал Слава Beauty Tips для того, чтобы не пропустить новые видео.